Доброе утро на Алмазном крае. Сегодняшний день предлагает нам поход в музей. Праздник так и называется. Сходите в художественный музей. Есть куда пойти. Мирницы могут посетить классический краеведческий музей, историко-производственный музей Алроса или музей кимберлитов. Жители Ленска также могут отправиться в историко-краеведческий музей, а в Удачном обязательно стоит посетить горно-обогатительный комбинат. Ну, мы уже начали с прекрасного это утро, так давайте на той же ноте и продолжать. У нас прекрасная гостья Наталья Степанова, заведующая картинной галереей. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, мы знаем, что вы к нам пришли с одной главной новостью. Не томите, рассказывайте. Хотелось бы пригласить всех жителей и гостей города в нашу картинную галерею имени Галины Романовны Степановой, детской школы искусств. Там у нас ожидается очень теплая, хорошая выставка, которая называется «Искусство мастера». Это будет персональная выставка мастерицы декоративно-прикладного искусства Людмилы Римовны Семеновой. А она из Айхала, насколько я знаю. Да, она сейчас живет в поселке Айхал. Работает именно вот в этой области, и она у нас одна из лучших мастериц. А скажите, чем она занимается? Какое у нее именно декоративное искусство? Она занимается традиционным национальным шитьем Якутии. Да. На выставке мы будем представлять ее работы. Это зимние и летние наряды. Пальто, красивые летние платья холодай. Это различные панно в технике лоскутного шитья с кантом. То есть наше якутское шитье, именно вот наше панно отличается от других. Лоскутное шитье используют многие-многие национальности, и это исконно русское искусство тоже. Но вот именно в нашей республике, именно в якутской культуре, лоскутное шитье особенное. Из чего они шьют? Это из сукна в основном, и там между мозаичными лоскутками проходит такой кант, и этим и отличается. То есть это надо видеть своими глазами. А это визуально заметно? Это для очень обывателя, заметно, да? Заметно. И исключительно шьется руками. Вот эти все лоскуточки, там, предметы одежды, они сегодня исключительно как экспонаты, или все-таки в них действительно и по сей день ходят люди? Они действующие все. Почему люди, именно вот якутские мастерицы, шьют такие вещи? В далеком прошлом, ну, также шили наши предки, и в какой-то момент мы это все утеряли. И вот горжусь тем, что наше поколение вспомнило это все и возрождать начали. Да, начали возрождать именно это искусство, это направление. Дело в том, что хочется красиво одеваться, а у нас прекрасный праздник Исэх, и женщины готовятся всю зиму, чтобы показать в этих нарядах эксклюзивных, и они уникальные, своеобразные, они очень характерные, и там своя форма имеется, отличается от простого, от простых форм. Они холодай, например, это широченное платье. Вы, наверное, видели. Ну, конечно, каждое лето разных цветов. Разных они вроде цветов, бы все одинаковые, но они все они, разные. Они разные все. И очень-очень красивые. Да. Но самое главное – практичные. Мне очень интересно. На выставку сходить, посмотреть – здорово. А если я, например, хочу обладать таким предметом гардероба, это возможно вообще? Ну вот прям мне просто интересно. Это очень даже естественно.
потому что мастерицы работают не только для себя. Они радуют своих родных и близких, подруг. Делают на заказ, да? Да, конечно, работают на заказ. А посетителей много на таких выставках? Посетителей достаточно. Приходят не только дети, а со своими учителями приходят и горожане. А неважно какого возраста, они приходят и удивляются, что есть такие люди у нас. Ну, даже бывают такие люди, которые покупают у них картины. Раз в год к нам приезжают знаменитые художники. А вот из самых таких знаменитых и модных художников был Иннокентий Корякин. У него вот рыбки, там караси, караси какие-то были, нет, я помню. Это другой, другой художник. Другой был, да? Мы оба помним, не того Корякина. Да, это уже другой или художник. Или не того Иннокентия. Ну, если, так скажем, прогуглите, вы увидите его работы. Они настолько самобытные, они настолько народные, настолько они теплые и настоящие, это вы убедитесь, когда увидите его картины. Как вы находите, ну, детская школа искусств, это понятно, какие-то именитые художники, мастера, это тоже понятно. А вот девушка, которая сейчас приезжает со своей выставкой, со своими работами, где вы находите таких мастеров? Ну, вот, это же простые люди из народа, как вот? Но мы часто проводим выставки, где участвуют все желающие. Это проходит, ну, так скажем, ежегодно, и туда вот к нам приходят именно те мастерицы, которые хотят принять участие. То есть они сами заявляются, да, сами заявляются, я хочу, я хочу показать свои изделия. А мы как раз для этого и делаем, организовываем такие выставки, потому что выставка – это та площадка, самая нужная, доказывающая, выставочная деятельность, она открывает новые имена, показывает, как люди работают, как они созревают, как они развиваются. И мы уже в этом процессе уже знакомимся с новыми именами, и мы начинаем с ними общаться. Приглашаем их принимать участие еще, еще. Скажите, новая выставка, все-таки резюмируем, когда открывается, до какого времени работает и когда ее можно посетить? Ну вот персональная выставка Людмилы Римовны откроется 17 ноября в 16:00 в торжественной обстановке. Вот, и мастерица наша очень волнуется, и мы, конечно, волнуемся, потому что мы берем ответственность за этого человека, мы должны раскрыть автора, мы должны показать всем людям, как она работает, в каком стиле, как создает она свое творчество и так далее. Ну что ж, раз мастер волнуется, надо обязательно его поддержать. Да, обязательно. Поэтому всем мирницам советуем прийти в картинную галерею Мирнова 17 ноября в 16:00 на торжественное открытие. Вход свободный. Вход свободный, да. И посмотреть на творение айхальской мастерицы. У нас сегодня в гостях была Наталья Степанова, заведующая картинной галереей Мирнова. Мы поговорили о новой выставке, которая откроется совсем скоро. Вообще о творениях местных мастеров, которые и за пределами Мирнова живут и творят. И вообще, какие картины, возможно, мы увидим в будущем и какие видели. Можем еще и приобрести. Да. Спасибо вам большое. Thank you.